Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Дедушкин корабль. Бабушка свинка и дедушка свин решили прокатить Пеппу и Джорджа по реке. Все на борт, матросики. Пеппа, Джордж, наденьте спасательные жилеты. На дедушкином корабле Пеппа и Джордж должны носить спасательные жилеты. На этом корабле я капитан. Так точно, капитан. Так точно, капитан. Когда капитан дедушка приказывает что-то сделать, вы все должны слушаться. Если это не какая-то глупость. Капитан дедушка не дает глупых приказов. Так точно нет, капитан дедушка. Джордж, поднять флаг. Пеппа, звони Бринду. Слушаюсь, капитан. Бабушка, за штурвал. Так точно, капитан. Полный вперед. Наплыть чуть помедленнее, дедушка. Ты права, бабушка, надо помедленнее, иначе у нас кончится топливо. Дедушка, мне нравится плыть быстро. Не волнуйся, папа, мы еще покатаемся быстро. Эй, там еще один корабль. Это дедушка-пес. Он тоже катает щенка Дэнни по реке. Эй, на корабле, дедушка-пес! Приветствую тебя, дедушка-свин. Привет, Дэнни. Привет, Пеппа. Дедушка-пес лучший друг дедушки-свина. Странно, что твой корабль еще плавает, дедушка-пес. Ему столько же лет, сколько и тебе. Мой старый корабль побыстрее твоего ржавого корыта, дедушка-свин. Ах так, старый морской пес, на перегонки? Тебя ждет позор, морской свин. Вы ведете себя, как малые дети. Дедушка-пес назвал меня морским свином. А ты назвал его морским псом, дедушка. Ты должен извиниться. Нет, пусть он извинится первым. Дедушка, извинись перед дедушкой свином. Он же твой лучший друг. Нет, он морской свин, и мой корабль быстрее его. Ладно, морской пес, кто первый до моста? Тогда на счет три. Раз, два, вперед! Ты начал раньше. А ну-ка догони меня, морской свин. Морской пес! Ну что, быстрее не можешь? Не догонишь? Я выиграл! Ну вот, у дедушки свина кончилось топливо. Браво, браво, капитан дедушка. Наверное, мы плыли слишком быстро. Как же нам вернуться домой? Смотрите, вот дедушка пес. Дедушка пес, можешь нас отбуксировать? Да я не хочу, чтобы меня буксировал морской пес. Я не предлагал буксировать морского свина. Вы когда-нибудь повзрослеете? Дедушка, извинись перед дедушкой псом. Я прошу прощения, что назвал тебя морским псом. Дедушка, извинись перед дедушкой свином. Извини, что обозвал тебя морским свином. То-то же. Дедушка пес, вы не могли бы отбуксировать нас домой? С большим удовольствием, мадам. Лови-ка, капитан. Поймал, шкипер. Дедушка свин и дедушка пес лучшие друзья. Дедушка пес буксирует корабль дедушки свина домой. Самое главное, что я все-таки выиграл эту гонку. Дедушка. Глупенький дедушка. Пеппа, звони в Ринду. Слушаюсь, капитан дедушка. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа.
ножки. Пеппа играет со своим кукольным домиком. Джордж тоже играет. Пеппа готовит чай для кукольного семейства. Вот, Джордж, я буду мамой и папой, а ты будешь детьми. Дети, нам пора пить чай. Вам нужно помыть руки. Джордж укладывает детей в кровать. Бай-бай. Джордж, зачем ты уложил детей в кровать? Они же должны пить чай. Джорджу нравится укладывать детей. Дети, ну-ка спускайтесь пить чай. Не то вы не получите торт. Джордж не слушается. Он все равно хочет уложить их. Джордж, если хочешь играть в моих кукол, то дети должны пить чай. Вот, Джордж, можешь наполнить чайник водой. Дети, сейчас же идите пить чай. Мама, мы идем. Джордж хочет налить в чайник воду. Джордж нашел паучка в раковине. Джордж хочет подружиться с паучком. Джорджу нравится паучок. Паучку нравится Джордж. Пеппе нравится играть в чаепитие. А где шоколадное печенье? Вчера их было очень много. О, извини, мама. Наверное, я все съел. Хо-хо-хо. Как же так? Джордж укладывает паучка в кровать. Бай-бай. Джордж, что ты делаешь? Мы же играем в чаепитие. Спасите! Спасите! Папа! В моей комнате паук! Не бойся, Пеппа. Пожалуйста, убери его, папа. Нечего бояться. Привет, Джордж. А ты видел паука? Он такой страшный. Убери его. Тут совсем нечего бояться, Пеппа. Паучок очень-очень маленький. Он ничего тебе не сделает. Но не волнуйся, папа уберет его из комнаты. О! Какой он большой, правда? Я схожу за мамой-свинкой. Мама-свинка! Привет, тоненькие ножки. Пеппа уже не так боится. Ему нравится в кукольном домике. Привет, дети. Я слышала, вы нашли паучка. Я унесу его из комнаты, чтобы вы могли играть. Мама, его зовут Тоненькие Ножки. О, Тоненькие Ножки, большой паучок. Пеппа и Джорджу нравится паучок. Джордж опять укладывает паучка. Нет, Джордж, он хочет чая. Он не хочет ложиться спать. Ты проголодался, Тоненькие Ножки? Хочешь кусок тарта? Пеппа больше не боится паучка. Мама, папа, садитесь. Мы все вместе будем пить чай с тоненькими ножками. Кто хочет чаю? Я хочу. Я тоже. Как вкусно! Пеппа любит играть в чаепитие. А это тебе тоненькие ножки. Что-что? Ты хочешь поздороваться с папой? Привет, мистер Папа Свин. Перестань, Пеппа, не мешай тоненьким ножкам пить чай. Ты что, боишься его, папа? Нет, ну что ты? Не так близко. Пеппе нравится паучок тоненькие ножки. Всем нравится паучок тоненькие ножки. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Блины. Время пить чай. Мама свинка приготовила для всех сюрприз. Сегодня мы готовим блины.
Блины, объедение. Я люблю блины. Все любят блины. Я умею переворачивать блины, поверьте мне. Ты уверен, папа Свин? В прошлый раз ты ворчал, когда уронил блины. Я никогда не ворчу. Это была плохая сковородка. Мама, можно мы поможем готовить блины? Да, вы поможете готовить тесто. Сначала насыпаем в миску муку. Разбиваем яйцо. Теперь молоко. И хорошенько размешиваем. Можно я помешаю? Конечно, Пеппа. Пеппа любит мешать. Джордж тоже любит мешать. Нет, Джордж, вот так. Все, все, хватит мешать. Сядьте за стол, а я буду готовить. Мама-свинка собирается перевернуть блин. Ура! Можно подкинуть выше, мама-свинка. Покажешь, когда будешь жарить свой блин, папа-свин? Первый блин для Джорджа. Мама-свинка поливает блин Джорджа сиропом. Как вкусно! А этот блин для Пеппы. Ура! Можно подкинуть выше, мама-свинка. Ты сможешь показать, когда будешь жарить свой блин, папа-свин. Кленовый сироп! Объедение! А этот блин для мамы-свинки. Ура! Ты подкидываешь слишком низко, мама-свинка. Следующий блин твой, папа-свин. Ты покажешь нам, как это нужно делать. Вкуснотища. Вы все смотрите? Чтобы приготовить правильный блин, нужно подбросить его повыше. Раз, два, три... Хопля! Глупенький? Пожалуй, это слишком высоко. Какая жалость! Это был последний блин. Его совсем не трудно достать. О, нет, папа-свин не может достать свой блин. Ничего, папа-свин, я знаю, как нам достать его. Идемте наверх, дети. За мной. Что же придумала мама-свинка? На счет три мы все начнем прыгать на месте. Раз, два, три. Опля! Что они делают? Получилось! Теперь и у папы свина есть блин. У папы на голове блин! Полить его сиропом, папа свин. Полей! Раз, два, три... Хопля! Объедение. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Музей. Пеппа и ее семья приехали в музей. Папа, а что такое музей? Это место, где много всяких интересных старых вещей. Старше тебя? Да, даже старше меня. О, какие старые!
Там есть зал с вещами, которые принадлежали древним королям и королевам. Ой, я так хочу пойти в этот зал. А еще зал с настоящим динозавром. Вау, динозавр! Привет, мама-свинка. Привет, мисс Крольчиха. Сколько вам билетов? 2 взрослых и 2 детских. Динозавр. И динозавру. Пеппа хочет увидеть вещи, принадлежавшие королям и королевам. Ух ты! Динозавр. А Джордж хочет увидеть динозавра. Не плачь, Джордж. Мы скоро пойдем к динозавру. Пеппа, это вещи, которые были у королей давным-давно. Вот королевский стул. Золотой трон. Он красивый. Платье королевы. Какое милое. Смотри, Пеппа, настоящая золотая корона. Ух ты, чудесные вещи. Мама, где королевский телевизор? Тогда не было телевизора. Как не было? А компьютеры были? Нет, компьютеров тоже не было. Чем же они занимались? Мама, будь я королевой, я бы ела одни пирожные. Пеппа воображает себя королевой. Объедение. Что прикажете, королева Пеппа? Я? Еще одно пирожное. О, да. Пойдемте. Иду, папа. Папа, я королева. Ты должен мне поклониться. О, прошу прощения, ваше величество. Чем вы занимаетесь? Я ваш папа. Интересное занятие. Да, очень интересное. Что это за зал? Это зал с динозавром. С динозавром? Джордж, это зал с динозавром. Динозавр. Где же динозавр? Где-то в этом зале. Я не вижу. Он, наверное, маленький. Нет, Пеппа, он очень большой. Ой! Это скелет настоящего динозавра. Динозавр. Джордж воображает себя большим динозавром. Это самый любимый зал Джорджа. А мой любимый – это королевский зал. А папа-свин пошел в свой любимый зал. А какой это зал, мама? Зал с пирожками. Любимый зал папы-свина – это буфет музея. Ну-ка, садитесь. О, да. Это хороший зал. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Папа вешает фотографию. У мамы свинки и папы свина появилась новая фотография Пеппы и Джорджа. Надо повесить эту чудную фотографию на стену. Я все сделаю. Вы ведь знаете, что я мастер на все руки. Ты уверен, что справишься? Конечно. Надо только вбить гвоздь в стену и повесить фотографию. Хорошо. А я пока съезжу к бабушке и дедушке свину. До вечера.
И не разрушь весь дом. Что? Пока. Пока. Папа, можно мы будем тебе помогать? Можете смотреть и узнаете, как это делается. Сначала берем рулетку и карандаш. Сюда! Я собираюсь вбить гвоздь. Не сломай стену, папа. Теперь берем молоток и гвоздь. Отойдите, дети, и смотрите, как работает мастер. Папа-свин собирается вбить гвоздь в стену. Не сломай стену, папа. Что за глупости, Пеппа? Проще простого. Ой, такого не может быть. Папа-свин сделал в стене большую трещину. О, папа, ты же сломал стену. Небольшая трещинка. Фотография ее закроет. Вот. Трещину все равно видно. Да. Сейчас я вытащу гвоздь и замажу трещину. Как бы не было хуже, папа. Что за глупости, Пеппа? Вылезает. О, папа! Теперь ты точно сломал стену. Думаешь, мама не заметит? Боюсь, это невозможно. Скорее, Джордж! Что они придумали? Папа, мы тебя видим! Папа-свин должен починить стену, пока мама-свинка не вернулась. Кирпич, пожалуйста. Папа-свин кладет в дыру кирпичи. Вот. Теперь кладет сверху штукатурку. Проще простого. Теперь папа-свин красит стену. Совсем как новая. Вот стена и готова. Но какой беспорядок они устроили. Ничего себе. Надо все убрать, пока мама не вернулась. Вначале папа-свин моет Пеппу и Джорджа. Пеппа пылесосит пол. Папа-свин убирает инструменты. Мама! Мама-свинка уже дома. Быстрей, будто ничего не произошло. Привет. Привет. Чем вы тут занимались? Ничем. Да, я и сама вижу, что ничем. Ты же собирался повесить фотографию. За всеми хлопотами папа забыл повесить фотографию. Что ж, я не мастер, но думаю, что это несложно. Да, это и правда не трудно. А когда ты это делал, папа, это было сложно. Чш, Пеппа, никому не говори.